Так, а что домой? Сейчас мы будем еще перекусывать с вами. У меня есть ложка. Тут и ложка, и вилка, и, короче, чудесный набор. Будем с вами есть. Пробовать их селедку под шубой. Ой. Меньше у нее нету. Этих самых баклажек. 394 грамма. Я говорю, сделайте мне 250. Ой, сделайте мне 100-150. Я хотела было немножко того, немножко всего. Ну ладно, короче. В итоге все равно взяла один. Селедку под шубой. 100 лет ее не ела, поэтому как раз в такой в предновогодней суете. Боже мой. Можно себе позволить немножко радости. Вилкой только неудобно есть. Ну, она маленькая, неудобно. Пробуем ложкой. Ну что, все меленько, все тает во рту. Не очень соленая. Раз в году можно. Раз в году себе позволить можно. Короче, с вином я решила не рисковать, ну, потому что зачем? И так, в принципе, не часто покупаю себе вино, алкоголь. Значит, надо брать тот, который проверенный. Правильно? Правильно. Боже. Майонезный салат. Как тебе не стыдно, Лиза? Не стыдно. Это чисто только ради того, чтобы не забыть вкус. Только исходя из этих целей. Я дома, когда оливье делаю на Новый год, я делаю или с йогуртом, или со сметаной. И тоже очень даже ничего получается. Все. Половину съели. Половина дома. На вечер. Прикрыться в дорогой магазин. Честно говоря, тут стекла, сейчас переложу. Тут когда был, тут была раньше карусель, это был, конечно, офигительнейший магазин. Как Ашан, только была лучше, ширше ассортимент. Причем такой хороший, плюс у них был кулинария хорошая. Ну,
Ладно, что вспоминать о том, что было. Короче, такой сегодня влог. Столько чудесных покупок. Но народу много везде. Ну, понятно, что предновогодние дни уже. Но в новых тапках, в Новый год. Все, на этом закрываю сегодняшнее видео. Всем хорошего настроения, хороших новогодних хлопот. Пусть они приносят вам радость. Если они не приносят вам радость, забейте на них и делайте то, что вам приносит радость. Не хотите готовить майонезные салаты? Не готовьте. Хотите готовить? Готовьте. Я вообще за то, чтобы все, что делается, делалось в удовольствие. Вот. Все. Чмоки-чмоки. Пока-пока. Так, все. Крем для рук. Я забрала вишня. Вишня. Все, домой. Домой. Короче, сижу дома, ем свой любимый салат. И вспоминаю, что я вам в этом году про него не рассказала. Сельдерей. Одно яблоко. Зеленое, кисленькое. Один огурчик. И грецкий орех. Заправка сметаной. Все бомбически. Если грецкий орех поменять на арахис, на семечки, на любые другие орехи, тоже будет вкусно. Короче, самый вкусный зимний салат. Зимний, его, в принципе, в любое время года можно делать. Но зимой сельдерей продается. Хотя, мне кажется, он круглый год продается. Ну, не знаю, короче, я зимой обычно делаю такой салат. Все. Берите на вооружение. Легкий, сочный. Короче, бомбический.